да. Совет отцов республики провел свой первый слет. В самостоятельную общественную организацию мужчины объединились недавно. Сегодня они расставили приоритеты и поговорили о ближайших планах. Первый слет отцов республики прошел при поддержке матерей. Участники собрания отметили, это не случайно, ведь решать им придется общие проблемы. То, что прекрасная половина не сможет обойтись без сильного плеча, стало ясно на прошедшем недавно съезде женщин. Именно тогда зародилась идея создания новой общественной организации. Первопроходцы должны подавать пример другим отцам. Количество разводов в стране не сокращается. Их причинами становится алкоголизм, отсутствие собственного жилья, бесплодие супругов. По статистике, в прошлом году каждый второй брак закончился разводом. Работу по их профилактике необходимо усилить, отметили отцы. Молодежь сегодня предпочитает небрачные отношения. Обнадеживает, что не растет количество разводов. На примере одной из районов Чувашской республики мы вам покажем возрастные рамки разводов за 2012 год. Самый проблемный возраст 25-39 лет. То есть возраст, когда дети ходят в детский сад и учатся в школе. Я хочу, чтобы те слова, которые, о чем мы здесь говорим, что мы обсуждаем, дошли до каждого папы, до каждого мужчины в деревне, в селе, в районах. Роль отца в воспитании ребенка не менее важна, чем материнская. Ведь каждый малыш нуждается в гармоничном развитии.